были ослеплены. Стойте, 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 стойте. Даже Наполеона остановить. Я бы сказал, что это. Ну не я бы сказал, это до меня сказано. Is it clean, Mark? Это вот Куман спрашивает. Но мы хотим все-таки его отсюда перевести. But we would like this not to be a department store. И все эти помещения отдать под выставки, for cultural художественные произведения, cultural centers, целей культуры. To make this a cultural center. Где состоял аппарат? Well, thank you. I'm glad to be here. Спасибо, я очень рад, что ты. Но вы приветствуете, что так развивается отношения между нашими странами? Да, конечно, побольше мира на нашей земле. Yes, we welcome it. We want more of it. We want real peace. Павел Сергеевич, Москва ждет результатов разговоров, переговоров. Вот надо поднажмите на президента, на меня вы. You should apply some pressure on the president. You are always pressuring me to give you results. Ну правда у президента есть там за своей стране нажим. Есть понимание. В обеих странах необходимости нормализации, улучшения отношений. Как мы говорим с президентом, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки просто обречены на то, чтобы думать об улучшении отношений. Нельзя вести дело к тому, чтобы обостряли. Пусть президент подтвердит, что он такого же мнения. Yes, we share that view. We want friendship between our two peoples. Мы разделяем это мнение. Мы хотим дружбу между нашими двумя народами. Хорошо. There goes the school children. Заседает Политбюро здесь, правительство заседает здесь. Now too we have the government works here in the Kremlin. There is a room there which is one of the most beautiful rooms of the Kremlin and I think in the world we have not seen it. Ну а это вот вся панорама. And so you see the whole panorama. Сейчас мы только поддерживаем и перестраиваем. We are not making any changes in the Red Square. Now we maintain it. Вот тут перестройка нет. There should be no perestroika. Now we're building here. Можно? We can go.
сторону, в сторону. Здравствуйте. Откуда вы? You're right. Okay. Well, I understand. I understand. Okay. I won't move. Well, I understand. Okay. А все остальные? Москвичи? Ну, давайте поприветствуем президента в столице. Здравствуйте. Maybe you want to say something, Mr. President, for them. Well, yes, I would. I was just saying to the General Secretary that I have great admiration for the women of Russia. Я как раз говорил генеральному секретарю, что я очень уважаю русских женщин. I think you're courageous. I think you contribute a great stability to the whole society. But also to all of you, I think you should know that the General Secretary and I have one idea in common, and that is that there must be friendship between our two countries. Вы очень смелый, вы очень прочно передаете большую обществу. Я хочу сказать вообще, что господин генеральный секретарь, я согласен с тем, что должна быть. What's going on? Hey. Just hold your place. Ну что ж, я могу только вот к этой части присоединиться, что сказал президент. И мне думается, то, что в последние годы происходит между нашими странами, это отвечает настроениям наших народов. Я так думаю. Это так, да? Всегда женщины всегда активнее, но и мужчины. Матери и бабушки. Мы хотим, чтобы дети жили в мире. Вы кем работаете? Экскурсовод. Вот вы как раз и сказали. We have been talking about an exchange of students that on a regular basis every year some of your young people will come to our schools and our young people will come to your schools. Мы как раз говорили об обмене учениками, чтобы ежегодно наши ученики ездили в вашу страну и ваши. Это хорошо? Очень хорошо. Они будут уже в возрасте молодом познавать друг друга, знакомиться, им жить долго. Очень хотел посмотреть дедушку Рейгана и дедушку Горбачева. А как меня зовут? Как зовут? Ты узнаешь президента Рейгана? Do you recognize President Reagan? А ну пожми руку, пожми руку. Пожми руку, поздоровайся. Михаил Сергеевич. Леша, Михаил Сергеевич, узнаешь? Где Михаил Сергеевич? Мы любим дружить. Вот Алёша. Конечно, мир и нам нужен сегодня живущим, но мир нужен и ребятам, которые вступают только в жизнь. И мы договорились с президентом, те контакты, которые за последние годы сложились между нашими странами и нашими людьми, расширять их. И включать не только, чтобы это шло на политическом уровне между специалистами, но и студенчеством, молодежью, культурными организациями. Надо лучше друг друга знать. Вот мы встретимся с президентом, начинаем говорить с ним. Он начинает задавать вопросы и кое-что подвергать критике в нашей стране. Я тоже делаю самое по отношению к Америке. И я заметил, и я предложил президенту, что многое, может быть, и происходит от того, что мы мало знаем о наших странах. Мы договорились, давайте разбираться, давайте обмениваться. Я, например, президенту сказал, и он может это подтвердить, что я не совсем далеко согласен, что он высказывает в наш адрес. Мы свою страну, так сказать, знаем, и все ее достижения и проблемы. Если бы не было проблем, мы перестройку не затевали, но мы гордимся своей страной, это наша страна. Вот. Американцы гордятся. Дай Бог, мы приветствуем это. Каждый народ, тем более такие большие народы,
Вполне понятно, любит свою родину, отстаивает ее интересы. Но это не мешает тому, что надо жить в мире, сотрудничать, понимать друг друга и оставаться разными. Чего? А? Скоро рождается истина. Тоже правильно. Еще одна русская пословица. Товарищ говорит, еще, говорит, одна русская пословица для президента. Правда, эта пословица имеет продолжение, что если споры кипят, то истина испаряется. До этого не надо доводить. В этом диалог ночью. Открытый, честный, прямой диалог. Но я думаю, мы сейчас с вами так сами занялись самокритикой, что у нас критика теперь президента, она уже слишком вялая. И мы лучше знаем и свои достижения, и проблемы. Я высказал президенту, что в Америке лично у президента не хватает самокритики. Ну, я ничего не придумал, так? But before things get too far out of hand. Но пока не слишком уж далеко мы зайдем. I would find ourselves standing like this. Мы лучше вот так вот стоим. Хорошо. Я впервые на Красной площади, и действительно великолепно. Но у них есть суждение, они в поездках бывают, что вот надо, чтобы то, что между народами, простыми людьми происходит, надо, чтобы и у политиков это понимали. Она добавляет даже в первую очередь. Добавление. And she says, above all, there should be cooperation in politics. До свидания. До свидания. Yes, we want to do that, and every time us politicians get out of line and seem to be arguing, you stomp your feet and tell us to straighten up. Действительно, мы хотим это сделать. И каждый раз, что мы, политики, выходим из-под контроля и друг с другом спорим, слишком вы топните ногой и говорят, что приведите себя в порядок. Хорошо. До свидания. Приятного путешествия. Конечно. А вообще москвичи работают или нет? Или все на экскурсии? Бывают выходные. С каких мест из Подмосковья? Из Люберец. Из Люберец? Все из Люберец? Нет, есть москвичи. Москвичи. I can't move. We're taking a little time off too. Мы тоже иногда нужно отдохнуть немножко. Конечно.
Что вы думаете о визите президента к нам? Что ты думаешь? Начнем с тебя. Как зовут? А? Рома? Что ты думаешь, Рома? Хорошо это? Очень хорошо. Я говорю, хорошо, что визит, а говорит, очень хорошо. Конечно, все делается для мира. Во всяком случае, чтобы было больше взаимопонимания между такими двумя странами. Это главное. Что всегда ясно не было. Ну, дождики тоже нужны. Мы решили говорить друг с другом, а не друг о друге. Понимаете, друг о друге. И очень хорошо это действует. Желательно, чтобы ваши визиты были ну, такие же простые и привычные, как полеты в космос. Уже привыкли к космосу. Your visits also to become regular. Я президенту внес такое предложение. Две огромные страны. Самые большие достижения в освоении космоса. У них. Давайте возьмемся за проект такой. Let us launch как полет на Марс. Совместно. Вот это будет соединение сил. Это будет заменять то, что мы хотим достичь на путях других. И будет и технология развиваться, и наука, и техника, все будет. Но опыт есть. Опыт есть, конечно. Президента заинтересовала эта идея. Ну, а как президент? We have our scientists. I'm not a scientist. We have our space people looking at that right now. Наши ученые рассматривают эту идею. Our schedule has been, as you know, upset and set back because of the Challenger tragedy. Наша программа космическая несколько заторможена сейчас из-за трагедии Challengera, которую вы знаете. So I can't offhand say to you exactly where we are with ability. Я не могу вам сказать точно, насколько мы именно сейчас можем это сделать. Ну, тут будут этапы. Надо начинать. Видите, осторожничает президент. Ну, его положение такое. Надо все взвесить, прежде чем дать определенный ответ. Так что готовься, Рома, на Марс. I have asked our scientific people to look into this and see if this is a possibility for us. Я попросил наших ученых рассмотреть это и посмотреть, действительно, можно ли нам это сделать. Ну, приятного путешествия вам. Машину вперед! Пойдем.